Роман – вторая представительница загадочной расы Йозеф с живописного континента Рейн-Ярк и архетипа Творец. Если поле боя окутал густой туман, небеса разверзлись громом и молниями, а земля начала уплывать из-под ног, запомните этот день, когда вы встретили самого грозного противника – Айроман. Она сильный боец, который специализируется на управлении стихийными явлениями для атаки противников на дальней дистанции. Но и в ближнем бою она способна дать достойный отпор врагам. Айромант мастерски владеет техникой сражения зонтом и знает множество приемов боя. Скрытый в зонтике клинок делает ее по-настоящему опасным противником. А накопив достаточно энергии абсолютного умения, она призывает вокруг себя дождь и становится полезным союзником, который ослабляет ближайших врагов или усиливает друзей.